Вот кадры, которые мы получили несколько минут назад. Владимир Путин встречает Рождество в сельском храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Отрадном под Воронежем. В числе прихожан – дети из приюта, которые работают при этой церкви. Напомню, президент каждый год под Рождество уезжает из столицы. Как правило, на праздничную службу он приходит в небольшие сельские церкви. Правда, исключением стали прошлые и позапрошлые годы, когда глава государства был в Сочи.